Вот это Машина берлога. Маша спит. Пока еще не очень крепко. Мы не заходим, чтобы закрыть шибер. Но она спит. Сейчас будем искать елки, лапник, закрывать ей отверстия всякие, чтобы ей было тепло, темно и комфортно. Надеемся, что она проспит до весны. У нас включен режим тишины, поэтому мы сейчас никаких тяжелых, громких работ не ведем и, соответственно, никаких экскурсий не проводим. Вот так у нас сегодня. Красиво, тихо. Вот у нас многие говорят, что у нас беспорядок. Ну вот нам привозят какие-то вещи, которые мы можем использовать. Мы не успеваем их куда-то отложить. Тем более, что для этого куда-то надо еще отдельное помещение. На все рук не хватает. Поэтому ну, у нас вот так. Здесь лес рос когда-то. Бывший арендатор его спилил. У нас тут кругом валяются бревна, коряги. Ну, спилил и съехал.